Здравствуйте, с вами Ольга. Смотрите, какая красота. Особенно на вечернем солнце, он просто вообще великолепен. Он мне так понравился. Обычный ревень. Я с ним ничего не делаю, и он растет так огромный. Думаю, а посажу-ка я везде ревень. Пускай растет. Ну что, если у меня розы еле-еле, а вон ревень. Ух, какой. Молодцом вырос, листья огромные. Дала ему подцвести. Так, думаю, если что, и листья, эти цветочки можно обрезать, оставлять одни листочки. И будет такая у меня масса. Тут у меня петуньки посадила, вот в горшочке растут. Вот моя любимица спирейка, красоточка, просто красоточка. Там тоже делаю новые клумбы, все мы перерыли, тут дети мне помогают. Барбарисик мой любимый, очень мне нравится, барбариса обожаю, просто что-то прямо от барбарисов тащусь, пищу, вообще очень нравится. Ландлуз моя пошла наконец-таки в рост, вон она какая уже хорошая, смотрите, как у меня там ковер из шаловинного флокса. Так, сейчас подойдет, о, какой ковер. Как мне нравится шаловинный флокс. Это он за год вот такой вот из маленького пучочка за год вот вырос вот в такое. Потому что в прошлом году весной я его посадила. За лето он у меня вырос где-то в половину. И сейчас еще поддал немножечко. Короче, это вот за год он у меня вот в такое превратился. Умничка. Вот я его сажала. Вот, наверное, вот таким маленьким, я уже не помню. Вот у меня новенький шаловинный флокс. Гехера, кстати, мои страдают, конечно, от весенних заморозков. Вышли они превосходно, были все с листиками, красивые все. А потом начали вот сохнуть. Ну вот где-то почки уже вот живые остались, пошла потихонечку. Жалко, конечно, гехерки. Очень они у меня были большие, уже такие шикарные, за лето наросли. Но вот такая у нас ерунда. Весенние заморозки били, конечно. У меня, кстати, 6 июня по кабачкам ударил заморозок. У меня кабачки все завяли. Короче, я когда увидела, мне плохо стало. При том, что вроде погода теплая. Вроде вообще уже как бы лето. И кабачки замерзли. Кошмар вообще. И вот опять у меня тут лобелия с синенькими цветочками. Вообще не передает камера. Ничего не передает. Вот мои козочки гуляют. Девчонки, перекинули мы их к соседям. А соседи просили у них косить. Мы перекинули к ним коз. Все, они уже тут слопали. Вот дерево было. Козы мои, козы. А, страшные звери. Уничтожат все. Все, что растет на земле. Здесь раздолье прыгать можно, теперь скакать можно. Еще лучше вообще. Было так приятно смотреть на них за сеткой. Знаю, что они сюда не прорвутся и не уничтожат тебе в саду ничего. Но затопли. Хочу я продавать свою одну козочку, все-таки решила я. Вот кнопочку, потому что молока много. Есть у меня козы очень удойные. И молока много, покупателей нету. Несколько человек только берет. Поэтому для нас уже мне как-то очень много хватает. Я целыми днями, мне кажется, занимаюсь молоком. То сыры, то творог, то сепарирую, то масло, то еще что-то. Постоянно занимаюсь молоком. И, конечно, я устаю тоже от переработки молока, плюс сад. Поэтому я думаю, что надо мне одну козочку продать, потому что я еще хочу все равно от занянок своих оставить потом на следующий год. И потихонечку буду расставаться, кто мне дает средненько, скажем так. Кнопка мне дает хорошо, на пике 5 дает, но потом сбавляет. Сейчас вот у нас мошки, комары. Мошки достали, вообще замучили. Но я коз прыскаю, опрыскиваю от мошек, но все равно жарко, очень душно, и мошек с комарами много. Вот, и поэтому, конечно, она подсбавила меня сейчас. Не дает 5, даже до 4 не доходит. Вот так вот они у меня тут гуляют, там и пастух
сделали, натянули, чтобы они не ели соседские деревья. Вот, ну все, они пастух уже знают, боятся, не трогают. Здесь, конечно, вот я недавно еще косила, здесь как-то еще вот мои, кстати, гортензии. Ой, только-только вот лезут какие-то. Это молоденькие, которые я сажала в прошлом году, где-то череночки. Это я покупала в прошлом году, сажала, так вот он в таком виде. Конечно, маленький. Где-то елочки у меня только-только начали выпускать приросты. Только-только. Моя розочка Ханзаланд. Вот такая уже. Ну, самая большая, конечно, роза. Во всем моем саду все остальные малыши. Розочка Коника, красоточка. Вообще красотка, очень мне она нравится. Очень красивая. Вот, что тут еще у меня есть. Папоротнички вот у меня тут растут. Роджерси купила снова. Думала, что у меня она, короче, не вышла. А тут сейчас вот разрастается очень сильно. Сеется везде. Разрастается аквилегия, да? Аквилегия вроде. Вот, а потом тут увидела Роджерси мой. Ну, наверное, не знаю, цветет. Я уберу Роджерси или аквилегию. Не знаю, что я отсюда уберу. Вот. Пока вот так вот все. Ну вот хосточка здесь самая большая, наверное, у меня ползет. Так, некоторые хосты только-только влезают. Вот здесь гортензия у меня побольше. Но она совсем уже взрослая. Здесь ей лет 5, наверное, уже этой гортензии. Вот хоста тоже только-только вылезает. А вот, кстати, Анечкины розы. Розы творчества в саду и не только. Она мне присылала корни собственные розочки. Вот они. Вообще, это свани. Очень хорошо они пошли. Молодцы. А здесь елочка вообще, о, какая красоточка. Вообще, как я обожаю елки. Неприхотливые, красивые. Лучше всего у нас растут это елки. Не горят, ничего с ними не происходит. Умнички. Вообще, красоточка. Скоро буду стричь ее. А здесь у меня до сих пор цветут нарциссы. Вот такой маленький, беленький, очень красивый. Кстати, на фоне полыни. Вот эта полынь у меня выжила. У меня было две. Одна выжила, а вторая нет. Вторую, которую я, короче, обрезала, она не выжила в итоге. Ну, вот это такая красотка вообще, конечно, но красивая. Здесь у меня клематисы ползут. Но вот еще маленькие они. Совсем малышки. Ой, ну, нарциссы с полынью смотрятся просто превосходно. Вообще, такое сочетание. Красивые такие полыни, листики. Серебристые и белые нарцисс. Очень красиво. Нравится. Ну, все, в общем-то. Муж занимается крышей. Крышей строят крышу. Ломают, точнее, сейчас. Они проснулись, а у нас там капает. Потому что дождь ночью был небольшой, моросил. Кошмар, короче, не знаю. Надеюсь, что они, конечно, быстренько смогут поставить крышу, накрыть ее и заняться уже внутренними отделками, внутренней отделкой дома. А вот, кстати, у меня камушки прибавились на моем участке. Мы потихонечку их растаскиваем, когда у мужа есть время. Ну, сейчас, конечно, крышу делаю, так времени вообще нет. А вот поэтому приостановились мои камушки. Но вот уже побольше их стало. А это тысячелистник. Он как у меня разросся. Он какой красивый. Уже скоро будет цвести. Это у меня бордовый тысячелистник. Я купила сортовые. Желтые всякие разные. Еще в этом году накупила. А вот будет цвести. Красотка. Нравятся мне тысячелистники. Главное, заморочек с ним никаких. Не нужна им вода. Ничего им не нужно. На песке шикарно растут. И цветут, и ничего им не надо. Здесь я продолжила клумбу, на которую муж поставил камень и сказал, делай нормальную клумбу, а не треугольную. Вот, и я начала, вот сюда посадила дёрен желтый, буду его формировать. Ну, я не помню название. Буду его формировать. Тут посадила елочку из другого места у себя, хвойные. Ну, короче, пока вот так вот. Пока еще пусто, ничего нету, пока только засаживаю. Купила еще вот такую гехерку. Цвет обалденный, просто обалденный. Я
Вот хочу ее размножить и посадить ее вот здесь по бордюру. Ну, красотка вообще, как она мне нравится. Как раз у меня тут рядом вот солита сидит. И нам прикликаться будет. Еще цветет мой тюльпанчик. Все-таки это попугайный, да. Очень красивый, очень понравился. Мне еще должен был быть белый с зеленым. Зеленые края белые. Но что-то я его не увидела, не вышел он мне. Зацветает моя красотка. Сирень только-только начинает зацветать. Такими она цветет шапками. Просто красавица. Обожаю эту сирень. Очень мне она понравилась. Вот, кстати, почки просыпаются на ветке, которая обморозилась, замерзла. Еще у меня Наташенька. Наташа, я забыла сказать. Наташенька, спасибо. Прислала мне тоже посылку. Прислала мне сирень. Единственное, что не получилось у меня сделать распаковочку, показать. Потому что не было времени совершенно. Приехала вечером, может, детей надо было укладывать, доить всех. Утром снова бежать, заниматься дальше со своими делами. Не успела. Прислала мне сирень, каштан и черенки самшита и казацкого можжевельника. Я все это зачеренковала. Уже посадила в грядочку. Сиреньку тоже посадила. Вот и каштанчик. Теперь будем ждать, когда они приживутся. И будет все хорошо, будет цвести. Наташа, спасибо тебе огромное. Ну и напоследок покажу вам тепличку свою. Везде у меня посеялся рапс. Видимо, я в прошлом году его тут сеяла. Ну, я его не убираю. И когда он мешает, я его просто тут складываю. Просто нагибаю и укладываю на землю. Он мне не мешает. Сегодня прошлась, пропасынковала всех. Помидоры веду в две ветки. Уже висят помидорки где-то тут были. Вон уже такой большая уже. Это я низенькие посадила, раннеспелые вниз. А, соответственно, между ними у меня растут высокие, индетерминантные. Замульчировала в этом году всю листом, кленом. Кленовым листом у меня их было много. Ну и растет у меня здесь лебеда и рапс. Лебеду мы кушаем. Вместо салата она у меня, я салат не сею, я собираю лебеду, она у меня здесь, ее много, она мне нравится, сорняк очень такой спокойный, не агрессивный, я ее собираю, мы ее кушаем. Вот, так что такие помидорки, огурчики мы уже тоже собираем, огурцы я просто навозом закрываю, все, огурчики мы начали тоже собирать потихонечку. Потихонечку, пока, конечно, для нашей семьи большой этого мало. Так, ну вот я вижу, кот уже как-то пробрался ко мне в теплицу и съел один огурец. Как он пробрался, я не знаю, видимо, забыла закрыть сетку. У меня везде сетки, на окнах сетки от кота, потому что он пробирается и съедает огурцы. Ну вот, вот огурчики висят. Вот, ну вот лебеда. Ну, если вот мешает, я ее просто обрываю вот так вот. Я ее даже не вытягиваю с корнем. И все, и кладу. Не мешает она мне. Вот, а что вот такие дела. Тепличку свою хоть покажу. Роз нету пока. Ну, все, буду на этом прощаться. С вами была Ольга. До свидания.